Александр Титов? Ну, я. Значит, вы мой папа. Поздравляю. Я Аля. Мне 10 лет. И вчера я узнала, что мой папа не капитан затонувшей подлодки, а вполне живой рекламный директор. Если накормлю, уйдешь? Нет. Папа еще не знает, что я его настоящая дочь. Ко мне в дом ворвался сумасшедший ребенок. Нет, я нормальный. Ребенок Поставь оленя на место. Но по работе папе ненадолго понадобилось завести семью. 10 000 рублей, и ты изображаешь мою дочку. 20. Наш клиент просто зануда и примерный семьянин. Поэтому мы с тобой женаты, счастливы. У нас есть дочь. Да? От кого же это? На этой неделе от тебя. Я целую неделю буду жить с папой. Кстати, тут у нас ванна. Мне нужна нормальная квартира для нормальных семей. Слушай, ну нет в Москве нормальных семей. Подъем! Америкос про завтрак спрашивает. Брекфаст готов. Ух ты, выглядит очень аппетитно. Amen. Аминь. А ты женат? Нет, я не женат. Ну а почему тогда ты живешь один? Потому что мне так удобно. Завтрак у папы. Вместо сотен слов только самое ценное. Печенька? Титов, ты козел. Скоро в кино.